Новое оборудование для точных диагнозов. В рамках федерального национального проекта для детского отделения первой самарской поликлиники закуплено 3 портативных аппарата УЗИ, 6 дефибрилляторов, аппараты ЭКГ, реабилитационное оборудование и 5 офтальмологических аппаратов. Раньше для определения полей зрения использовали вот такое оборудование. Пациент смотрел перед собой, а врач проводил по черной дуге карандашом. Сейчас это выполняет технология. Данные более точные и хранятся в электронном виде. У первой городской поликлиники появился и свой стиль. Каждый этаж выполнен в определенном цвете. Стены украшают герои мультфильмов и сказок. Позаботились и о детях с инвалидностью. На полу есть полоса для ориентирования слабовидящих. Туалеты более широкие и без порогов. Детское отделение обслуживает более 20 тысяч детей. Поликлиника номер один обслуживает 90 тысяч человек населения, включая население микрорайона «Крутые ключи», население 18-го километра. Естественно, что в связи с такой разбросанностью подразделений, плюс, учитывая устаревшую материально-техническую базу, мы очень остро нуждались в этом оборудовании. Сейчас уже ничего не напоминает, что 2 года назад верхние этажи детской поликлиники дали трещину. За счет областного бюджета сделан капитальный ремонт. Министр здравоохранения региона лично проверил помещение и новое оборудование. В соответствии с поручением губернатора мы будем контролировать, как используется это оборудование, как оно загружено и в каком оно состоянии. Теперь в здании осталось сделать небольшой ремонт подвала и крыши, а также поставить в туалете поручни. Федеральный проект по переоснащению детских медучреждений продолжится в 2019 и 2020 годах. Даниил Лычко, Максим Гусев. События.